Всем привет, дорогие друзья, с вами Грайдар, это игра Вали. Я все-таки спустя долгое время решил добить. Да и в конце концов, какой добить, вообще пройти эту игру? Что-то я в последнее время очень редко записываю. В общем, короче, сейчас будем с вами проходить дальше, сколько у нас осталось там. Довольно, кстати, ну, в принципе, не очень так много, в принципе. А как где-то она... Ну, мы где-то прошли с вами чуть больше половины, там осталось еще... Что это такое? Почему это... Это видео, что ли? Наверное, это видосы все-таки. Так, ну... Я думаю, что мы, если исключить хотя бы у меня там одно, один всего лишь видос будет еще и выше. Ну, мы где-то, наверное, прошли чуть больше половины, где-то так, наверное, где-то так. Ладно, давайте начнем с этого. Да, давайте вот это, наверное, видео следующее будет, давайте с этого начнем. Я могу это вообще запустить как-нибудь, или нет кнопки? Так, простите. Во. Я думал, надо кнопку нажать какую-то. Где? Это отличное место, чтобы попробовать свои... Это что, а? А, это, походу, площадка. Это походу... Да, это просто для того, чтобы попробовать свои силы, свои способности, на что ты можешь, там и так далее. Это оказывается просто для уточнения, ой, не уточнения, а так. Подождите, а где, а вроде там видео должно быть, что это? Там вроде видео должно быть, вроде так. Короче. Это, оказывается, была комната просто для того, чтобы уничтожить всех, так... чтобы включить охранное устройство. Черт. Это будет тяжело, здесь слишком много их. Если меня попадать не будет, знаю, а я хочу сказать, что лучше для них использовать этот рюкзак и кубики. Потому что если я и не впаду этот кубик падет рядом, то... Угроза. Очень... Беглые роботы. Аксиома. Роскошный космический лайнер. Если я буду использовать обычные кубики, то если я чуть-чуть промахнусь, то они не сдохнут. А если я буду взрывающиеся... не скажу, взрывающий, то я так смогу их хотя бы отступить взрывом. Взрыв на них тоже довольно хорошо действует. Аксиома! Роскошный косоржение лайнер! Все более удобное нападение. Сейчас надо куда-то ехать, что это куда-то. Они сейчас просто не по такие обычные кубики, а их не очень. Аксиома. Роскошный космический угроза. Лайнер. Беглые роботы. Угроза. Беглые роботы. Так, своих как минимум уничтожим. Зачем с этим кубиком? Что там осталось двое, да? Вторжение. Угроза. Беглые роботы.
Аксиома. Роскошный космический лайнер. Почему он взят так попал далеко, издалека? А, он вместе. Блин. Угроза. Беглые роботы. Ой-ой-ой. Совместите пары цветов, чтобы пройти. Желтый, желтый, красный, красный. Принято. Ой, я знаю, такие игры. Это про лягушку, там в таких играх обычно надо... Беглые роботы. И так, чтобы тема, чтобы машина не сдавила. Если кто знает, то пусть в комментариях. Опять они. Они еще и заметили меня. Ауч. А меня заставили. Меня заложили. Иди нахер. Слышь? Блин, это жестко. Блин, на. Убит. Последний, да? Аксиома. Роскошный космический лайнер. Что подделит это? Если на той стороне... Аксиома. Роскошный космический лайнер. Еще один. Ну что? Ничего, ничего. Тогда. Аксиома. Роскошный космический лайнер. Это что-то вот это вот. Где я? Убери. Аксиома. Роскошный космический лайнер. Такие зрители дают, когда его отбрасывают. Аксиома. Роскошный космический лайнер. Так, это что дает? Чёртова камера. Офигеть. Я думал, там выдвинется. Аксиома. Роскошный космический лайнер. Запомните и воспроизведите последовательность. Стоп.
Я реально думаю, что там выдвинется. Потому что там коробка, как я бы это... Если бы я разбил ее... Если бы я ее разбил, то как бы я ее тогда до нее добрался? Я думал, еще надо. Сюда остановиться, ну ладно. Блин. Принято. Я вот думаю, что опять какие-то сложные задания. Ооо, блин. Опять игрушечные, да? На 5 блаженных лет вы забудете о проблемах. Ну, легко. Я хотя бы такие игры не играл в детстве, но как они играют, я знаю. Блин. Ну пофиг. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, да нет, не попади по нему. Так, что это, подожди, что там, а вот. Готово, я думал опять Б, как обычно выиграть, это самое. Как обычно в играх, Б это бинокль, или что-нибудь там еще. А динозавр, кстати, из этого, такого, из истории игрушек. Потому что, насколько, если мне память не изменяет, то... То это самое, такого. И Валли и истории игрушек сделал Pixar. Они вроде бы эти, ну, это и есть вроде бы произведение. Как это как-то... А, что это нахуй? Как это музыка включала? Где музыка? Как ее включить? А что? Это Q. Блин, не Q, а Y. Блин, не туда. Так, еще. Почему у меня такая музыка играет, идиотская, тупая? Еще дай. Я же вроде бы менял музыку. Подождите-ка. У меня другая музыка была. Дай мне. Не, она больше. Мне требуется, очень сильно требуется. А он не даст. А, на дорогу стало позвать. У меня это другая музыка была, какого? Где? Иди сюда, на кофе пожарную. Наберите код, чтобы получить доступ. По карте. Чтобы показать, на что еще далеко. Немного там не отстану. Принято. Я не думаю, что долго будет. Это еще где-то, наверное, 3-4 серии где-то, наверное, будет. А тут лягушечная. Может, еще что-нибудь... На самом деле, 3-4 серии.
Да, конечно. Если ты продашь по мультфильму, то это не так далеко до конца. Во-во-во-во-во. Иди, ты не пугай. Ну ты дерьмо. Дядь! Он временный. Я не ожидал, что он временный. Блядь, минька. Где эта тварь? Не хватило. Не ждал, что он там заявится. Ладно.